Всем доброго прекрасного дня и сегодня хочу поговорить немножко о таком весеннем парадоксе, который преследует меня уже, наверное, всю мою вязальную карьеру. Это весенний шапочный бум. Почему-то именно весной происходит такой всплеск, шапочный бум, когда все начинают вязать всевозможные шапки. Может быть это связано с тем, что после скучной долгой зимы хочется какого-то обновления, не знаю, ну вот... Факт остается фактом. И сегодня я хочу вам показать, как связать тысячи, наверное, десятки тысяч шапок всевозможных по одной единственной книге. Используя расчеты из книги конструктора, все связано. Открываем главу по шапкам. И, естественно, не забываем посмотреть те главы, которые у нас описаны до нее, где написано про образцы, про то, как вязать круговое полотно на, на спицах с длинной леской и так далее. Но вернемся к нашим шапкам. Здесь есть несколько вариантов базовых, самых базовых шапок. То есть первая шапочка это классическая обычная шапка. Дальше шапка с отворотом. За ней у нас следует шапка бини. За ней у нас следует двойная бини, двухслойная. Да, вот она на картинке у нас. И дальше хит хитов для детей всех возрастов – это шапка с ушами. Честно сказать, ее не только дети носят, но и некоторые взрослые тоже, особенно кто увлекается зимними видами спорта. Она ее двухслойная, она очень теплая, но если связать ее с тонкой пряжи, она прекрасно подойдет и на весну в том числе. Давайте же с вами разберемся, как на основе простых этих вот базовых шапок нам с вами сделать шедевры шапочного искусства. Начнем мы с самой простой, самой базовой шапки. Самое главное, что вам нужно вспомнить и понять, это то, что всегда образец у нас вяжется и измеряется только тем узором, которым вы будете вязать саму шапочку. То есть, если у вас само тело шапочки связано гладью, то вы вяжете образец лицевой гладью. И обязательно по кругу, потому что по кругу и по прямой плотности у вас может отличаться. Кстати, в книге это тоже все описано. Если вы хотите связать шапочку каким-то узором, то... Вам нужно вязать образец именно этим же самым узором, и все расчеты мы проводим по этому же образцу, связанному этим узором. Итак, например, вы хотите связать обычную классическую шапочку. У нас идет макушка, закрывается четырьмя клиньями у нее, да? Здесь вот у нас, например, презиночка, но ну, каким-то условным узором снежинки вы хотите ее связать. Что мы для этого делаем? Итак, первое. Мы с вами вяжем этим самым узором снежинки обычный круговой образец. И на этом круговом образце мы с вами что делаем? Мы на нем тренируем вот эту линию убавлений, которая у вас будет. То есть здесь в самом базовом варианте да, мы убавляем петлю слева и справа от линии аккуратненько и убавляем мы их через ряд. На этом строятся все наши с вами расчеты. Если у вас такой узор, что убавлять через ряд у вас просто не получится, ну как вариант, да, это, например, у вас а, идет узор а, с косами. Да, то есть если мы с вами вяжем шапку с косами, то у нас с вами здесь вот идет коса, например, здесь идет коса, здесь идет коса, может быть, она идет еще и вот здесь. И вот здесь, и на 4 ровных клина мы с вами разделить полотно, но ну, никак просто при всем нашем желании не сможем. Мы сможем поделить так, чтобы сделать убавки вот в этих местах между косами. Что же делать в этом случае? Снова обратимся к книге. Мы с вами вычисляем число А2. И на странице 30 вот у нас обозначение, а на странице 29 предыдущая там формула идет. Мы вычисляем это число рядов с убавлениями, необходимое для закрытия шапки. Но есть такой важный момент. Смотрите, это число рядов у нас, исходя из того, что в каждом ряду мы убавляем вот здесь 8 петель, а потом один ряд вяжем без прибавок. То есть если мы равномерно распределим эти все убавки, то получится, что в каждом ряду нам с вами нужно убавить ровно 4 петли. И таких рядов у нас будет А2. Дальше. Если, например, у вас идут косы, число кос у вас ну, никак не делится на 4. Например, у нас с вами, ну пусть будет так, 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 так и вот так. Сколько-то кос. Да? А, дальше. Мы убираем в первом ряду петли между косами. То есть мы убираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 петель. Значит, мы с вами за один ряд убавили 10 петель. Итого. Нам с вами осталось связать А2 минус 1 рядов. При этом за эти вот А2 минус 1 рядов нам с вами осталось убавить уже на 10 петель меньше. То есть мы должны были убавить с вами А2 умножить на 4 петель, но поскольку 10 петель мы с вами уже убавили, то у нас с вами осталось А2 умножить на 4 минус 10 петель, которые нужно убавить. Далее. Мы с вами провязываем, например, 2 или 3 ряда просто по кругу. В следующем ряду нам снова нужно убавить те же самые 10 петель. Значит, число петель, которое нам с вами осталось убавить, у нас с вами будет уже 4, а 2 минус 20 петель. И смотрим, вот это число петель нам нужно убавить за А2. Ну, допустим, вы связали там 4 ряда, 2 из них с убавлениями. То есть за А2 минус 4 рядов. И вот таким образом вы смотрите, сколько петель осталось убавить, за сколько рядов. Значит, провязываете, например, там 3-4 ряда без убавлений, в следующем ряду опять убавляете 10 петель. И таким образом у вас макушка, она стянется, и все петли между косами вы уберете. Постепенно вы уберете еще и петли самой косы. Как правило, это делается следующим образом. Например, вот у вас есть коса, ну, пусть будет 3 на 3 петли, да. И э, изнаночными петлями мы отделяем друг от друга эти косы. То есть закрашенные петли это у нас будут изнаночные, это у нас будут петли косы. И мы убираем следующим образом. Сначала мы убираем петлю между косами. Одну. В следующем ряду мы с вами убираем вторую петлю между косами. Дальше, в следующем ряду с убавлениями мы с вами начинаем убирать уже петли самой косы. Как правило, петли косы убираются парами. Либо две крайние, me, пропустила, а либо наоборот убавляются петли в центре. Соответственно, у нас с вами остается вот уже всего 5 петель. Да? То есть у нас с вами было 9, осталось 5. В следующем ряду мы опять же с вами убираем петли самой косы. Далее мы с вами убираем последнюю петлю косы. И вот у нас с вами осталось уже число кос, умноженное на 2, всего лишь петель. Дальше в следующем ряду мы можем убавить эту петлю, Соответственно, у нас останется просто несколько петель лицевой гладью, и их в конце мы уже просто стягиваем иглой. Вот, пожалуйста, ваша коса полностью убавлена. Что же делать, если вы хотите связать шапку, например, не с лицевой гладью, а вверх ажурным каким-то узором? Ну, на самом деле, все просто. Мы снова залазим в книгу. И здесь есть вот такой снуд, который у нас вяжется в два слоя. Это страница 51. Нижний слой у нас с вами вяжется лицевыми. По нему мы и делаем все ваши вычисления, потому что именно этот слой будет тем прилегающим голове слоем, который будет вашу шапку держать. Здесь мы вяжем гладью, вяжем точно так же, как обычную базовую шапку, ничем не отличается. Далее мы с вами переходим на узор. И вот здесь нам нужно будет с вами каким-то образом аккуратненько этот узор убавить. Как это делается? У нас описано в гольфах. Страница 73. И здесь у нас с вами есть, для примера, очень подробно расписанный ажурный узор, который мы постепенно убавляем. И убавляем мы его, соответственно, красиво и аккуратно, то есть ровненькими линиями. Вот эти вот ровненькие линии вам и нужно сделать на вашей шапочке. То есть вот у нас, видите, идет ажурный узор повторяющийся, которая аккуратно, ровно убавляется. Только у вас будет не одна линия убавлений, как у нас это сделано на гольфах, а линии убавления у вас будет 4. Так же, как на обычной шапке. То есть вот так у нас выглядит с вами макушка шапки. И вот здесь, как на гольфах, будет 4 линии убавления. А между ними уже ваш ажурный рисунок. Итак, мы можем с вами связать двухслойную шапочку, например, с ажуром. Едем дальше. Пару лет назад, может быть, года-три назад, были такие шапки очень популярны. Сейчас их до сих пор вяжут, особенно деткам. Это когда у нас вот здесь по центру на нашей с вами шапочке идет какой-то узор. Сейчас нарисую, станет немножко понятнее. Итак, у нас с вами есть базовая шапка с ушами. И вот здесь в центральной ее части у нас есть какой-то узор, то есть какие-то там чаще всего делают ромбики, да, либо сердечки. Ну, то есть какой-то узор, дорожка узора, как правило, на основе аранов. Что же нам делать с вами в этом случае? Мы с вами делим полотно не на четыре равные части, а делим его таким образом, чтобы передняя часть, вот эта вот, где у нас с вами расположен узор, она была шире. Таким образом, когда вы начнете делать убавление, у вас вот здесь уже петель останется по одной, по две, а вот здесь вот еще будет петель достаточно много. И тогда вы уже в каждом ряду, убавляя петли, сможете убрать ваш этот вот арановый рисунок. Потому что если у нас идет рисунок с оранами, мы убавляем постепенно, как правило, он ломается, да, потому что рисунок у нас довольно-таки широкий. То есть если у нас идут, например, орановые какие-то ромбы, да, здесь там какой-то рисунок между ними. То, если мы начинаем убавлять его по краям, то вот эти вот перехлесты, они у нас уходят, и они уходят а, на той части шапки ну, еще, которая достаточно широкая. Это смотрится просто некрасиво. Если мы с вами оставляем вот эту центральную секцию как можно дольше нетронутой, а потом резко вот здесь убавляем петли в каждом ряду, то у нас с вами максимально красиво уходят вот эти вот как раз переплетение. И они максимально долго сохраняются на вашей шапочке. И еще такой момент. Забыла вам сказать, когда мы с вами разбирали косы, что как вписывать косы в полотно. У нас с вами тоже в книжке это все есть. Страница 52. Здесь написано, как мы с вами добавляем дополнительные петли кос после резинки. И как потом нам это все дело убавлять? А зачем нам нужны дополнительные вот эти петли кос? Смотрите, вот у вас есть шапочка, у шапочки есть резиночка. Как правило, если у нас есть косы, мы считаем по лицевой глади. По лицевой глади все посчитали. Вот здесь вот вы сделали перехлесты ваших кос, и шапочка у вас, из красивой, и ровненькой, и по размеру вдруг стала вот такой. Да, то есть вот в тех местах, где у вас перехлесты, шапочка ваша будет намного уже, чем вы посчитали. И вот чтобы этого не было, чтобы компенсировать вот это стягивание полотна, вот здесь между резинкой и самим узором скос мы с вами добавляем дополнительные петли. Как раз вот в книге, там, где написано проснут, описано, как эти петли добавить, в каком порядке, сколько петель добавляется, все там описано. Если коротко, то мы с вами делим косу на группы петель по 3. И на каждые 3 петли перехлеста мы с вами добавляем одну петлю в полотно. То есть если у нас коса 3 на 3 на 3, то мы добавляем 3 петли. Делаем мы это с вами сразу после резинки. Надеюсь, этот урок по шапкам был вам полезен и надеюсь, что этой весной вы порадуете себя и своих домашних. Ну, если не сотнями, то хотя бы парой десятков новых шапочек. Всем до свидания и всем ровных петелек.